Алана, покажи, как ты палочку умеешь раскатывать. Нет, вот палочку раскатывать, как ее умеешь. Покажи, как ее надо раскатывать. Ну-ка. А ты ее разрезать хочешь? А я думала, ты ее лепить будешь, катать. Вот, молодец. Вообще удивительно. Он как это делается, видел только в мультиках. Я ему показала, как в ладошках раскатывать, но он тут же положил ее на пол и начал вот так раскатывать. А сейчас ему больше нравится резать на кусочки, что-то кусочки куда-то вот собирает. Пальму. Ну, главное, чтобы ребенок в интересе, в творческом процессе.